This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Значит, уважаемые слушатели, рад приветствовать вас еще раз, получается, в Центре компьютерного обучения при МГТУ имени Баумана на мастер-классе, который посвящен теме, как можно экспериментировать с операционной системой Windows и при этом не затрагивать ее настроек, ну и, в общем-то, не убить эту систему. Вашего преподавателя, то есть меня зовут Захаров Николай Михайлович, я преподаю в Центре компьютерного обучения уже очень давно, фактически с начала его, с его основания. Ну и кроме того, что я преподаю в Центре компьютерного обучения, я заведую лабораторией вычислительных машин при МГТУ, то есть лаборатории вычислительных машин в МГТУ имени Баумана. В Центре компьютерного обучения я занимаюсь тематикой и направлением, которое называется подготовка специалистов Helpdesk. То есть мы занимаемся в этом направлении подготовкой слушателей, которые становятся самодостаточными пользователями, умеющими самостоятельно, без помощи каких-то специалистов, иногда не очень квалифицированных, но тем не менее, специалистов со стороны, восстанавливать работоспособность, настраивать свой компьютер, обеспечивать его нормальное функционирование. И в случае выхода из строя, в случае неработоспособности либо программного обеспечения, либо технических средств, производить какие-то действия по восстановлению работоспособности. Я сказал опытный слушатель, понятно, если ты опытный пользователь, понятно, если человек может на своем собственном домашнем компьютере выполнять подобные действия, то кто, собственно, мешает ему устроиться в какую-то фирму, в техотдел этой фирмы и заниматься восстановлением работоспособности компьютеров на рабочих местах сотрудников этой фирмы. То есть еще раз, это направление, которое называется настройка и ремонт персонального компьютера специалисты Helpdesk. В это направление входит достаточно большое количество различных курсов. Ну, я так думаю, что раз вы подключились к нашему вебинару, к нашему мастер-классу, вы знаете, что такое Центр компьютерного обучения специалист при МГТУ имени Баумана. Но, тем не менее, просто если вы обратитесь на сайт Центра компьютерного обучения, чтобы просто мне сейчас долго обо всем об этом не рассказывать, если вы обратитесь на сайт Центра компьютерного обучения, в перечне тех курсов, которые проходят в нашем центре, вы можете увидеть ссылку, которая называется «Настройка и ремонт персонального компьютера специалист Helpdesk». Пройдя по этой ссылке, вы можете достаточно подробно познакомиться со всеми теми курсами, которые в этой теме читаются в нашем центре. Курсы по Windows 10, поддержка пользователя, ну и так далее, и так далее. Еще раз хочу сказать, что достаточно подробно вот здесь вот на нашем сайте все это, собственно, написано. Являясь преподавателем Центра компьютерного обучения, я, наверное, не буду уже говорить о том, что это лучший и самый хороший центр, это самый мощный центр, в котором работают самые лучшие преподаватели, и обучение в этом центре, то есть все гарантии, которые заявлены вот здесь на этом слайде, это действительно стопроцентное выполнение этих гарантий, тех обязательств, которые центр берет на себя, перед теми слушателями, которые приходят к нам учиться. Давайте, так как времени у нас с вами не очень много, нам на наш мастер-класс выделяют не такое уж большое количество времени, давайте мы
с вами уже непосредственно, собственно, к теме нашего мастер-класса будем переходить. Тема мастер-класса. Тема мастер-класса – как экспериментировать с настройками Windows и не убить операционную систему. Ну, что, собственно, я хотел показать вам на этом мастер-классе. Мы с вами сейчас посмотрим, как в операционной системе Windows можно создать так называемую виртуальную машину и использовать эту виртуальную машину для того, чтобы устанавливать на нее так называемую гостевую ОС, экспериментировать с гостевой ОС, и все эти действия, которые в этой гостевой ОС вы производите, никоим образом не влияют и не будут затрагивать работоспособность той операционной системы, в которой вы эту виртуальную машину создаете. Работа с виртуальными машинами – это очень полезное для любого пользователя, собственно, умение операции. Ну и в первую очередь, почему, собственно, на нашем мастер-классе я хотел уделить внимание именно этой тематике. Ведь, собственно, курсы в теме специалиста, helpdesk и так далее, то есть вот в этом направлении, обычно начинаются с самых-самых простых курсов, это настройка компьютера от покупки до восстановления, уровень 1, базовые возможности, и настройка компьютера от покупки до восстановления, уровень 2, расширенные возможности. То есть на этих курсах мы, собственно, учим наших слушателей устанавливать операционную систему, драйверы, программное обеспечение прикладное, обеспечивать правильное функционирование всего установленного программного обеспечения, обеспечивать какие-то действия, выполнять какие-то действия в операционной системе, связанные с продлением ее работоспособности, защита от сбоев и так далее. Ну и если операционная система все-таки по какой-то причине перестала правильно функционировать, то тогда проводить какие-то действия по восстановлению ее работоспособности. Ну еще совсем-совсем недавно все вот эти вот курсы, все эти занятия проводились у нас только в очном режиме. Слушатели приходили непосредственно в наш центр, садились за наши учебные компьютеры, устанавливали на эти компьютеры жесткие диски с неработающими операционными системами. И пользователи могли в реальном режиме все вот эти операции, связанные с установкой и так далее, которые я недавно перечислял, выполнять непосредственно на реальных компьютерах. Сейчас же, ну, сами вы понимаете, что пандемия, удаленная работа и так далее, пришлось внести в эти курсы, в технологию проведения этих курсов некоторые изменения, и эти курсы сейчас проводятся уже в удаленном режиме. Но понятное дело, что пользователь, работающий в удаленном режиме, не может же на своем единственном компьютере заново устанавливать операционную систему и так далее. Поэтому, проводя эти занятия в удаленном режиме, мы все операции, которые раньше выполнялись непосредственно на реальных компьютерах, проводим на виртуальных машинах, то есть используем технологии виртуализации. Вот с этими технологиями виртуализации, собственно, я хотел немножечко познакомить вас на нашем мастер-классе. Ну, что такое виртуализация? Что такое виртуализация вообще? Значит, виртуализация – это технология, которая позволяет создавать в операционной системе так называемую виртуальную машину. Виртуальная машина – это программа, которая эмулирует или, можно сказать, имитирует реальный физический компьютер со всеми его компонентами. Жесткий диск, оперативная память, BIOS, сетевые адаптеры и так далее, и так далее. На такой виртуальный компьютер можно установить операционную систему и, собственно, работать с ней точно так же, как и на реальной машине. То есть виртуализация – это возможность запустить на одном физическом компьютере несколько изолированных друг от друга виртуальных операционных систем, так называемых виртуальных машин.
Ну, вообще говоря, существуют различные типы или виды виртуализации. Серверная виртуализация и настольная виртуализация. Ну, а серверной виртуализации мы, собственно, на нашем с вами мастер-классе говорить не будем. Но я хочу вам сказать, что когда вы придете в наш центр изучать какие-то сетевые, например, технологии и так далее, то все работы вы, скорее всего, будете проводить именно с виртуальными машинами. И различные типы серверной виртуализации, вообще говоря, используются широко в IT-инфраструктурах практически любого уровня. Но мы с вами сейчас, собственно, будем говорить не о серверной виртуализации. Мы с вами сейчас поговорим о так называемой настольной виртуализации. Ну, что такое настольная виртуализация? Это наиболее распространенная, собственно, и доступная в освоении технология. В данном случае программа виртуализации устанавливается как, собственно, еще одно приложение в операционной системе, позволяет создавать, запускать и управлять виртуальную машину. Настольная виртуализация позволяет пользователю решать много специфических задач, ну, среди которых, что, собственно, самым интересным и самым главным является. Вы можете устанавливать новую операционную систему, причем не одну, можно же создавать можно создавать несколько виртуальных машин одновременно, если вам, собственно, технические средства вашего компьютера это позволяют. Ну, я так понимаю, что все современные компьютеры, которые, ну, я называю современным компьютер, который, наверное, имеет, ну, никак не меньше 8 или же там 16 гигабайт оперативной памяти, позволят вам запускать несколько виртуальных машин в операционной системе. Так вот, вы можете устанавливать какие-то новые операционные системы, не обязательно Windows, для их изучения. Можно проводить эксперименты с операционной системой, с виртуальной машиной, с операционной системой, которая работает на виртуальной машине. И, естественно, все эти ваши эксперименты, ну, а скажите мне, как можно изучать, собственно, работу операционной системы, не экспериментируя над ней. Так вот, все эти ваши эксперименты, которые вы, собственно, могут привести в итоге к неработоспособности системы, сделают неработоспособную виртуальную систему, никак не затрагивая при этом вашу основную операционную систему. Давайте вспомним, как мы с вами выбираем для себя какие-то программы, нужные программы. Ведь у нас на рынке существует достаточно много программ с очень похожим функционалом. И для того, чтобы выбрать какую-то наиболее, ну, так скажем, лучшую для себя, для конкретного пользователя программу, мы с вами иногда ставим и одну, и вторую, и третью, ставим, удаляем, она нам не нравится и так далее. Понятное дело, что такие эксперименты, они просто захламляют операционную систему. Ну, захламляют что? В первую очередь захламляют системный реестр. При удалении программ в системном реестре остается мусор. Реестр – это база данных. Чем она больше, тем, естественно, операционной системе с ней труднее работать. И вот это вот расширение реестра из-за такого мусора приводит к тому, что система начинает работать медленнее и так далее. Соответственно, у вас будет работать медленнее виртуальные машины, никак не будет сказываться на работоспособности вашей хостовой, так называемой, то есть основной операционной системы. Ну, для чего еще пользователь может использовать виртуальную машину, технологию виртуализации у себя на своем конкретном локальном компьютере? Наверное, для того, чтобы какие-то старые программы, которые прекрасно работали под более старыми операционными системами, по какой-то причине, а это, собственно, достаточно часто происходит, не могут работать в новых операционных системах, на которые пользователь иногда вынужден просто переходить. Ну и, как я уже говорил, собственно, можно же устанавливать сразу несколько операционных систем и работать с этими операционными системами. Так как можно сразу несколько операционных систем, сразу несколько виртуальных машин создавать, это значит, вы можете экспериментировать с различными сетевыми настройками, можете учиться настраивать различные компьютерные сети.
Ну и так далее. Собственно, вот те основные преимущества, которые обычному домашнему, давайте будем говорить, пользователю, это, собственно, и не только домашнему пользователю. Преимущества, те, которые получают вот эти пользователи при использовании технологии настольной виртуализации, их можно достаточно здесь еще долго перечислять. Но я думаю, основные вот здесь у нас на слайде, собственно, заявлены. Ну, вообще говоря, программы или платформ виртуализации существует много. Такими самыми распространенными платформами или программами виртуализации является программа Oracle VirtualBox. Но это действительно программа, которая используется только для настольной виртуализации. У Microsoft замечательная платформа виртуализации, которая называется Hyper-V. Значит, Hyper-V вы получаете в составе операционной системы Microsoft Windows 10, но только если вы работаете с Microsoft Windows 10 версии Professional. В Home версии Hyper-V не существует. Но вообще я считаю, что VirtualBox для такого первоначального знакомства с возможностями виртуальных машин, ну, даже более проста, чем Microsoftская Hyper-V. Еще одна платформа виртуализации, знаменитая фирма VMware, фирма Novell, которая, то есть VMware, которая создает соответствующие виртуальные платформы, виртуальные операционные системы. Ну и каков итог? Каков итог? Просто несколько как бы вот таких вот определений, резюмирующих то, что я сказал. То есть платформа виртуализации – это специальное программное обеспечение, позволяющее создать в операционной системе среду, в которой на одном физическом компьютере можно одновременно выполнять несколько операционных систем. Хостовая операционная система – это операционная система, которая работает на физическом компьютере и в которую было установлено программное обеспечение виртуальной платформы, ну вот, например, та же самая VirtualBox. Гостевая операционная система – это операционная система, которая выполняется на виртуальной машине. Ну и виртуальная машина – это программа, которая эмулирует работу или же имитирует работу технических средств компьютера. Значит, я хотел на нашем мастер-классе показать вам работу, ну, по крайней мере, установку и такую первоначальную настройку виртуальной машины на платформе Oracle VM VirtualBox. Как я уже сказал, ну, одна из самых таких распространенных, самое главное, что постоянно обновляющихся, русскоязычных и очень-очень удобных в работе виртуальных машин. Значит, для того, чтобы программу виртуализации Oracle VirtualBox установить на свой компьютер, ну что мы должны с вами сделать в первую очередь? В первую очередь мы с вами должны, собственно, эту программу каким-то образом на своем компьютере заиметь. Ну и, наверное, самый правильный способ – это скачать, соответственно, самую последнюю, самую актуальную версию платформы VirtualBox с сайта VirtualBox. Для того, чтобы это сделать, вы просто должны... Давайте я попробую, может быть, параллель слайдом показать вам уже реально, как это делается в каком-то браузере. Давайте я сейчас запущу браузер и схожу на сайт virtualbox.org. Сайт virtualbox.org. Вот, пожалуйста, мы с вами приходим на сайт VirtualBox.org, выбираем режим загрузки. Что нам нужно с вами для того, чтобы программа VirtualBox работала на нашем компьютере, скачать с сайта VirtualBox? Ну, во-первых, нам надо скачать, собственно, саму программу виртуализации. Посмотрите, программа виртуализации на VirtualBox существует для различных операционных систем. Ну, я в первую очередь, соответственно, имею в виду, что мы с вами работаем с операционной системой Windows. Соответственно, это Windows Host. Ну, если у вас какая-то операционная система Linux, значит, соответственно, можно выбирать и программу VirtualBox для
соответственно, этой операционной системой. Значит, собственно, программу VirtualBox надо скачать, и надо скачать обязательно пакет расширений, так называемый Extensions Pack. Эти Extensions Pack, он совершенно одинаково для всех операционных систем. Значит, вот, соответственно, эти два продукта скачиваются с сайта VirtualBox. Ну, если вы не указываете какого-то специального расположения, куда все это будет скачиваться, естественно, это будет закачано на вашем компьютере. Коллеги, ну и опять-таки говорю о работе с операционной системой Windows. Это все будет закачано в папочку загрузки. Когда загрузка завершится, вы будете иметь, соответственно, два файла. Собственно, программа-установщик платформы VirtualBox на вашем компьютере, программа VirtualBox и программа, которая будет устанавливать пакет расширений, Extensions Pack. Но для того, чтобы установить программу, вы будете запускать после скачивания, собственно, установщик этого программного обеспечения. Установка происходит очень-очень просто. Здесь не надо вносить в процесс установки каких-то изменений. И, по сути, все те диалоговые окошки, которые у вас будут во время установки появляться, вам просто придется отщелкивать кнопку «Далее», 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 то есть «Next», «Next», «Next». Ну вот смотрите, я не буду сейчас у себя на реальной машине все это ставить, потому что, собственно, у меня уже стоит программа VirtualBox. Поэтому покажу вам здесь вот это на слайдах, такой пошаговой инструкции, пошаговый режим, как все это происходит. Значит, запускаем Next. Здесь ничего менять не надо. Все, что предложено, здесь настроено правильно. И для обычного пользователя, ну, который только-только начинает, собственно, знакомство с этой программой, ничего изменять в настройках не надо, как я уже об этом говорил. Стандартное местоположение – это C Program Files, ну, собственно, это то, куда большинство программ, устанавливаемых нами в операционной системе Windows, размещается. То есть во всех этих диалоговых окошках просто отщелкиваем кнопочку Next. На ваше усмотрение, что вам здесь нужно, а что, собственно, не нужно. Ну, понятно, в стартовом меню, то есть в меню «Пуск» создать ярлычок для запуска этой программы хорошо. Если вы будете часто пользоваться этой программой, хорошо, соответственно, соответствующий ярлычок создать и на рабочем столе. Зарегистрировать файл означает, если вы будете по файлу виртуальной машины щелкать, то есть открывать его, то у вас сразу будет запускаться программа VirtualBox, и соответствующая виртуальная машина будет запускаться в программе. Ну, то есть, как я уже сказал, собственно, никаких действий не надо. Yes, 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 yes. Процедура инсталляции запускается. У вас во время инсталляции могут несколько раз появляться вот такие вот диалоговые окошки, коллеги. Они могут появляться, могут и не появляться. Все, собственно, зависит от конкретной аппаратной конфигурации вашего персонального компьютера. При появлении таких окон спорить с программой-установщиком не надо, надо просто везде будет отщелкивать кнопочку «Установить», то есть соглашаться с предложениями. И после того, как установка завершится, вам предложат сразу, ну, вообще говоря, по завершению установки, вот в этом вот чекбоксе, предлагающем вам сразу после установки запустить программу VirtualBox, будет галочка. Ну, вообще говоря, я рекомендую эту галочку убрать, то есть не запускать сразу программу. Почему я, собственно, это рекомендую? А потому что мы с вами должны помнить еще и установить пакет расширений. Поэтому я обычно, когда устанавливаю эту программу, галочку запуска после установки непосредственно отсюда убираю и завершаю установку. Ну, в итоге, раз мы сказали, что на рабочем столе надо создать ярлык для запуска этой программы, у нас на рабочем столе появится соответствующая пиктограмма. Так, теперь, после того, как мы установили основную программу, нам с вами надо будет установить пакет расширений. Пакет расширений, как я уже говорил, если мы во время
закачки этого программного обеспечения с сайта Oracle и ничего не меняли, будет лежать у нас в папке загрузки. Ну и, соответственно, для того, чтобы установить пакет расширений, нам надо будет просто открыть вот этот вот файл. Сделать в него двойной щелчок мышкой и при появлении диалогового окошка, предлагающего нам установить этот пакет расширений, мы, естественно, щелкнем кнопочку «Установить». Вот здесь, коллеги, лицензионное соглашение. В лицензионном соглашении надо, ну, по крайней мере, сымитировать то, что вы это лицензионное соглашение прочитали полностью. То есть вам надо будет по полосе прокруточки обязательно слайдер опустить вниз, иначе у вас кнопочка согласия с лицензионным соглашением не активируется. То есть, значит, мы с вами, соответственно, сымитируем, чтобы внимательнейшим образом прочитали лицензионное соглашение и с ним, естественно, должны согласиться. Я согласен. И пакет расширение будет у нас успешно установлен. Установка программы завершена. Что надо сделать дальше? Ну, дальше нам с вами надо в этой программе, в программе виртуализации Oracle VirtualBox, создать виртуальную машину. Значит, мы запускаем программу Oracle VirtualBox. Ну, коллеги, здесь вот у меня на слайде, собственно, окошко, которое появится после запуска программы Oracle VirtualBox. Но просто в этой программе у меня уже, ну, были созданы какие-то виртуальные машины. При первом запуске вот этот вот список уже созданных виртуальных машин на вашем компьютере, он будет пустой, здесь не будет никаких виртуальных машин. Поэтому вы увидите такое пустое окошечко, и вам надо будет воспользоваться кнопочкой «Создать». Ну, давайте вот здесь, может быть, я уже действительно реально запущу сейчас программу Oracle VirtualBox на своем компьютере. Вот, посмотрите, собственно, все очень похоже. Разные компьютеры, разные уже существующие виртуальные машины, виртуальные операционные системы. Для того, чтобы создать новую, виртуальную машину, ну, собственно, можно воспользоваться, например, главным меню. Машина «Создать виртуальную машину». Ну или же воспользоваться кнопочкой «Создать на панели инструментов». Я давайте не буду сейчас реально создавать, а все это вам покажу уже на слайдах, потому что эти слайды, они, собственно, полностью в пошаговом режиме все нужные операции поясняют. Значит, щелкаем мы с вами в кнопочку «Создать». Первое, что нам предложат сделать, это выбрать тип виртуальной машины. Тип виртуальной машины определяется в первую очередь типом той операционной системы, которую вы будете на эту виртуальную машину устанавливать. Ну, давайте все-таки вот реально, да, создать, что создавать. Тип виртуальной машины. Обратите внимание, вы можете создавать виртуальную машину для установки фактически любой, самый-самый распространенный, любой, вообще говоря, использующийся сейчас операционной системы. Это и майкрософтовская Windows, это и Linux, это и BSD и так далее, и так далее. Но я, естественно, в первую очередь сейчас показываю вам, как создается виртуальная машина для установки операционной системы Windows. Значит, выбирается Microsoft Windows. Что нужно сделать? Нужно самое главное и самое первое придумать, как будет называться эта виртуальная машина. Ну, раз я планирую туда устанавливать, например, операционную систему Windows 10, я могу назвать все это Windows 10. Ну, как угодно, да, имя. Теперь обратите внимание, собственно, программа установщик достаточно умная. Я написал здесь Windows 10, у меня тут же автоматически версия Windows 10, вот здесь вот проявилась, Windows 10 64-разрядная. Обратите внимание, можно, собственно, выбирать различные
майкрософтовские операционные системы Windows. Вон, начиная посмотреть от оболочки Windows 3.1, Windows 95 и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, выбирается соответствующая версия устанавливаемой операционной системы и щелкается кнопочки «Далее». Есть замечательный так называемый экспертный режим. Экспертный режим. Ну, экспертный режим – это все-таки режим, которым будет пользоваться или который будет использовать пользователь, уже знакомый с программой виртуализации. Поэтому, если вы с этой программой не работаете, лучше в экспертный режим, просто в одном единственном окошечке вы все параметры операционной системы можете определить. Ну, а так, не используя экспертный режим, определить все, что мы туда сейчас будем устанавливать. Щелкаем в кнопочку «Далее», «Дальше». А дальше нужно определить, каков объем оперативной памяти будет забирать ваша виртуальная машина от основной памяти. Рекомендуемый объем здесь, посмотрите, раз мы выбрали операционную систему Windows 10, у нас в качестве рекомендуемого объема минимальное требование Windows 10 – 2 гигабайта. Но понятное дело, что 2 гигабайта – это слишком мало, операционная система не установится, но работать с ней будет очень-очень некомфортно. И какой же объем оперативной памяти выделять под виртуальную машину – это, собственно, должен решить каждый пользователь для себя. Но если мы говорим об операционной системе Windows, то ее нормальная такая работа начинается где-то с оперативной памяти объемом в 4 гигабайта. Но здесь вот посмотрите у меня на слайде общий объем оперативной памяти моего реального физического компьютера 16 гигабайт. Но я решил устанавливать, то есть настраивая виртуальную машину, выделить под нее половинку этого объема. Здесь, в общем-то, достаточно сложно давать какие-то конкретные рекомендации. Все будет зависеть от общего объема оперативной памяти вашего компьютера и от того количества виртуальных машин, которые вы будете создавать у себя в основной операционной системе, и сколько таких виртуальных машин, виртуальных операционных систем одновременно будете запускать. Ну, самое главное требование здесь какое? Не надо при выборе объема оперативной памяти заходить вот сюда вот в розовую область. Когда мы заходим, определяя объем вот сюда в розовую область, нам говорят, что у вас могут возникать проблемы с работой вашей основной операционной системы. Значит, указываем объем оперативной памяти, кнопочка «Далее». Создавать надо виртуальный жесткий диск. Ну, вообще говоря, если вы только-только в первый раз устанавливаете, собираетесь использовать это программное обеспечение, выбираете здесь «Создать новый виртуальный жесткий диск», щелкаете в кнопочку «Создать тип виртуального жесткого диска». Ну, для различных платформ виртуализации различные типы виртуальных контейнеров используются. Ну, вот родной как бы виртуальный контейнер для программы Oracle VirtualBox – это платформа VDI, VirtualBox Disk Image. Ну, естественно, наверное, начинать изучение возможностей этой программы, наверное, проще и полезнее будет выбрать именно этот тип виртуального контейнера. Щелкаем кнопочку «Далее». Динамический или фиксированный? Динамически это очень здорово. Мы определяем объем, какой-то объем жесткого диска, который будет сымитирован у нас в системе. Причем мы можем даже не иметь при этом такого свободного объема непосредственно на вашем физическом жестком диске. Создается диск динамический, и он будет по мере заполнения виртуального жесткого диска каким-то программным обеспечением просто у вас расширяться. Ну, собственно, об этом вот здесь вот в комментариях достаточно. Коллеги, отключите, пожалуйста, у себя микрофоны на запись накладываются какие-то шумы. Ну так вот, выбираем динамический виртуальный жесткий диск. По крайней мере, я рекомендую вам это делать. Дальше нам показывают,
как будет называться файл этого динамического виртуального жесткого диска и где он будет расположен в файловой системе нашего компьютера. Ну, вообще, можно здесь что-то изменять, можно не менять ничего, и, соответственно, вот здесь вот мы указываем этот объем динамического жесткого диска. Еще раз хочу сказать, прелесть в том, что мы можем даже не иметь на нашем физическом диске соответствующего свободного пространства. Ну, если вы обратили внимание, на предыдущем слайде нам сказали, что фиксированный жесткий диск, он будет создаваться помедленнее, но после его создания операционная система, установленная на него, будет работать побыстрее. Вообще говоря, я вам хочу сказать, что вот мои эксперименты, я пробовал и так. В общем-то, разницы в скорости работы операционной системы, установлена она на динамический или на фиксированный диск, я не заметил. Ну, собственно, мы все нужные нам параметры для виртуальной машины определили, щелкаем кнопочку «Создать», и вот, посмотрите, у нас появляется соответствующая виртуальная машина. Новая виртуальная машина. Следующий момент. Нам надо эту виртуальную машину настроить, ведь мы с вами имеем виртуальную машину, но операционную систему на нее еще нужно установить. Так вот, надо настроить эту виртуальную машину для того, чтобы установить на нее операционную систему. Самые-самые такие основные настройки я вам сейчас покажу, которые вам позволят уже с этой виртуальной машиной достаточно хорошо и комфортно работать. Значит, мы выбираем здесь в списке существующих виртуальных машин нужную нам для настройки машину, ну и щелкаем, например, кнопочку «Настроить». Щелкаем в кнопочку «Настроить». У нас с вами есть меню, определяющее различные настройки созданной нами машины. С чего мы с вами начнем? Ну, на вкладке «Общие», собственно, здесь менять ничего не надо. Здесь, собственно, нам с вами повторяют имя машины, которую мы придумали, тип этой машины и версия операционной системы. Это то, что мы с вами, собственно, сами только что определяли, создавая виртуальную машину. И на этой вкладке, собственно, менять, как правило, ничего не нужно. Дальше мы с вами переходим к ссылке «Система». Значит, перейдя к ссылке «Система», что мы с вами должны определить? Ну, помните, как и при настройке реальной физической машины, для того, чтобы установить операционную систему, если на жестком диске ничего нет, а здесь у нас действительно ведь на виртуальной машине на жестком диске пока еще ничего не существует, нам надо определить последовательность опроса внешних устройств, с которых операционная система будет загружаться, и для того, чтобы устанавливать на виртуальную машину операционную систему, я рекомендую вам вот такую вот последовательность старта выбирать. Выбрали такую последовательность старта. Дальше нам с вами нужно указать Нам с вами надо перейти по ссылочке «Носители» и указать. Так вот, нам надо с вами перейти по ссылочке «Носители» и указать, какое устройство у нас будет использоваться в качестве гибкого диска. Ведь смотрите, мы с вами на предыдущей картиночке определили, что у нас загрузка операционной системы должна осуществляться с оптического привода. Коллеги, это будет виртуальный оптический привод, поэтому это действительно правильная настройка. Естественно, в реальной жизни мы чаще устанавливаем новую операционную систему с USB-флешки. Но вам хочу сказать, что можно и здесь, и в виртуальной машине устанавливать операционную систему с USB-флешки. Но вообще говоря, все платформы виртуализации не очень хорошо работают с USB-носителями.
при установке операционной системы. Поэтому лучше выбирать все-таки виртуальный жесткий диск. Так вот, мы с вами выбираем виртуальный жесткий диск и определяем, что у нас будет в качестве этого виртуального жесткого диска использоваться. Вот на этом слайде. Что у нас будет использоваться в качестве виртуального жесткого диска? Мы с вами собираемся использовать в качестве виртуального жесткого диска файл образа. То есть, извините, не виртуального жесткого диска. В качестве виртуального оптического привода собираемся использовать файл ISO образа. И, соответственно, мы с вами предварительно должны этот файл ISO образ жесткого диска дистрибутировать. Господи, почему жесткого все время говорю? Оптического привода. Ну, где-то приобрести. Проще всего это, наверное, сделать с официального сайта фирмы Microsoft. Если вы по этой ссылочке на сайт Microsoft обратитесь, а давайте вам покажу, чтобы не голословно было. Если вы по этой ссылке обратитесь на сайт Microsoft, вот посмотрите, вы придете на Microsoft, и вам надо будет с этого сайта скачать средства создания вот этого файла ISO образа оптического привода. Вы щелкните «Скачать сейчас». Ну, давайте я тоже щелкну, потому что средство скачивается достаточно быстро. Это средство создания файла будет называться... Ну, как всегда, в папке загрузки называться будет Media Creation Tools. И дальше надо будет просто его запустить. Соответственно, при запуске этого средства у вас очень простая, интуитивно понятная процедура создания ISO-образа будет работать. Ну, давайте я сейчас это все уберу. И, естественно, сама закачка, само создание этого ISO-образа, ну, процедура такая достаточно длительная. И во многом зависит скорость создания этого файла от скорости работы интернета у вас. Так вот, мы с вами такой ISO-образ скачали. Перешли сюда в окошко носителей и определили, что в качестве оптического привода у нас будет использоваться именно вот этот вот скачанный нами файл. Если мы с сайта Microsoft скачаем, он будет называться Windows ISO. Ну, в общем-то, основные настройки на этом, собственно, и закончены. То есть мы с вами последовательные загрузки определили, с какого оптического, в данном случае с образа оптического привода будет осуществляться старт операционной системы. Этих двух настроек уже будет достаточно для того, чтобы приступить к установке на виртуальную машину операционной системы Windows. Соответственно, для того, чтобы приступить к этой установке, мы с вами должны будем запустить созданную, настроенную нами виртуальную машину на компьютере. Ну и начнется процесс установки операционной системы. Коллеги, если вы придете к нам в центр на курс «Настройка компьютера от покупки до восстановления уровень 1 базовые возможности», ну, собственно, мы с вами этот курс и начнем с того, что научимся, как устанавливать операционную систему Windows на компьютер, на котором она по какой-то причине стала неработоспособной, или, может быть, ее там не было вообще никогда, потому что вы купили совершенно новый компьютер без предустановленной на него операционной системы. Ну вот, коллеги, это, собственно, то, что я хотел вам показать на нашем мастер-классе. Всем рекомендую использовать виртуальные машины. Сейчас это очень хорошие, современнейшие технологии, которые облегчат вам
работу с вашим компьютером и позволит вам вот те задачи, которые в начале мастер-класса мы с вами определяли, для чего, собственно, домашнему пользователю может понадобиться работа с виртуальными машинами, позволит вам выполнять эти операции. Самое главное, что никоим образом не затрагивая работоспособность вашей основной ОС. Коллеги, вот это все, что, собственно, я хотел. Ну, хотел-то я гораздо, может быть, больше, просто отведено время совсем-совсем мало. Поэтому давайте на этом мы будем заканчивать наш мастер-класс. Марина, вижу ваше сообщение, что вы к нам уже, что вы ко мне уже записались на 19 сентября. Очень здорово, замечательно. Вы ко мне записались, Марина, работать в режиме вебинара или придете очно? Ну и замечательно. Но тем не менее, так как на этих курсах, как я уже сказал, теперь бывают и очные, и слушатели, работающие в вебинаре, все равно и для очных слушателей, и для вебинаристов начнем мы с того, что вот уже реально Oracle VirtualBox установим, настроим и дальнейшую всю-всю работу будем выполнять именно на виртуальной машине. Все, коллеги, спасибо вам огромнейшее за внимание, спасибо за то, что вы нашли время меня послушать. И приходите, пожалуйста, в Центр компьютерного обучения. Если вопросов у вас ко мне нет, тогда я буду заканчивать трансляцию вебинара. Всем спасибо, всем всего доброго.